Всем привет! Сегодня выехал на очередной металлокоп. Погода хорошая, время есть. Почему бы не поискать железо? Сегодня приехал вот такое место. Здесь очень много каких-то насыпей. Такая бугристая местность. Сейчас посмотрим, буду искать. Если что-нибудь найду, включусь. Первая находка вот с этой ямки. Вот такой старый советский топор Колун. К сожалению, без одной части. Ну, находка, раритет. Копаем вот дальше. Столько уже удалось найти. Вообще, прошел буквально чуть-чуть. Уже вот столько находок. Такие, какая-то такая конструкция. Тяжелая. Вот такой разобранный статор. К сожалению, без обмотки. И вот такой топорик. Сейчас буду проходить туда дальше. Думаю, находки будут. Прямо так сверху лежал вот такой алюминиевый провод. А рядом с ним вот такая тоненькая алюминиевая жила. Пойдет в копилочку к алюминию. Нашел такой небольшой склад железа. Вот с этой ямки удалось найти вот столько. Все лежало вместе, друг на друге. Это вот такие вот железки. И что самое интересное, сигнал продолжается. Сейчас буду раскапывать. Как все достану, покажу. В общем, вот так я расковырял землю, где были сигналы. Давайте посмотрим, что же там было. Вот такая железка. Еще один какой-то металлический прут. Так, сейчас его вытащим. Такой металлический прут. Так, что у нас дальше? Какая-то такая железка. Такой кран, переходник. Дальше туда уходят сигналы. Какая-то вот такая пластинка. Тут такая втулка, какая-то такая деталька, такая мелочь, жестянки. Сигнал уходит туда вдаль. Сейчас буду разрывать, посмотрим. В общем, тот металлический прут оказался медной трубкой, сделал глубокую царапину и увидел медный блеск. Вот такой медный джекпот. Продолжаю копать. Снял вот такой пласт земли. Под ним оказалось очень много железной мелочевочки. Это очень сильно радует. Сейчас буду все это собирать. Уже разработал вот такую поляну. А железо еще не заканчивается. Это очень хорошо. В общем, вот такую поляну я разработал. Удалось найти вот столько железа. Даже вот такие пластинки литые. Нормально. Сейчас зарою все эти ямки. Буду идти дальше искать. В общем, уже вечереет. Нужно собираться домой. Вот столько сегодня удалось набрать железа. Но сегодня была разведка боем. Будет погода, я приеду еще сюда. Посмотрим, может, что-нибудь еще найдем. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.